Уругвайская команда болельщиков последние часы перед историческим матчем провела на второй очереди набережной. Друзья Гонсало Сансола и Николя Шафран попали на чемпионат мира по футболу, выиграв конкурс на лучший девиз для национальной сборной. Фанаты уверены, в самарском дерби победит южноамериканская команда. Сборная Уругвая победит Россию 1-0. Да, русские играют нормально на чемпионате мира, но мы постоянно играем с грантами футбола, сборными Бразилии и Аргентины. У нас больше опыта международных встреч, поэтому мы победим и займем первое место в группе А. Уругвайских гостей на набережной встречали российские фанаты, развлекали песнями на испанском и русском языках. Подняли флаги России и Уругвая. Иностранцы были приятно удивлены таким гостеприимством. Мы гуляли по городу, Самара удивительная, много парков, исторических мест и памятников. Шикарный прием. Сегодня праздник у всей страны, да, сборная России играет. И несмотря на то, что действительно исход уже предрешен, мы выходим дальше, от этого игра должна быть более раскованной, более смелой, более творческой, а значит и более интересной. Болеть во время матча России-Уругвай фанаты футбола как одной, так и другой страны будут за красивую и результативную игру. Ведь государство уже почти два века связывает дружба. В Уругвае даже есть город Сан-Хавьер, где живут только одни выходцы из России, которые болеют на этом чемпионате мира по футболу за две команды сразу. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.